Всем привет, ребятушки мои любимые, я вас очень сильно люблю, и мы, ребятушки, продолжаем играть в Sims 4, да, 4, веселимся вместе, серия номер 3, наш прекрасный Томми в своей пижамке сейчас крутит пластинки, и у него неплохо получается, мы навык поднимаем уже почти половина, у нас тут проходит встреча соседей, и как видите, наша соседка Шивон Фирс, она главарька нашего клуба, в который мы вступили в прошлой серии, где это наш клуб. Давайте посмотрим на него. Образцы совершенства, да. Дилан пошел кушать. Ты такой грязненький, иди помойся, а то плохо перед гостями так ходить. Он у нас бегал в прошлой серии, и теперь нам нужно заняться его нуждами. И вообще я хочу вступить в клуб, как они называются, заводилы, что ли, спортивный клуб, и нам нужно общаться вот с этой дамой. И я хочу дождаться, да, нужно общаться, у меня это тема такая, нужно с ней познакомиться. Так, добро пожаловать, это сейчас закончится наша встреча с гостями, и мы можем заниматься уже другими делами. Что ж, мне пора, еще увидимся. Какая-то девушка сказала, как тебя звать? Мила Манч, вау, какое красивое имя, люблю имя Мила. А, потому что моя любимая актриса Мила Йовович. Ну, само собой, мне пора. Ну, она одна из любимых актрис. У меня много любимых актрис и актеров. Да, в том числе есть русские. Ладно, мне правда пора. Спасибо за отличную компанию. До встречи, Шила нам сказала. И Дилан, ты, пожалуйста, отправляйся мыться. Даже вот эта дама в очках. А, у нас ванна занята. Ну, хорошо, Дилан. Так, Моника, ты у нас, да, ты должна быть чистенькая обязательно, давай ты вымоешься. Давайте перемотаем, она уже песни запевает, она, наверное, в восторге от того, что у нее соседка Шивана, и она может спокойно ее свергнуть с ее трона. Мы этим занимаем, мы, у нас это такая цель, ребята, да. Моника у нас вот, она хочет этого, она просто желает, мечтает, просто я не знаю. Она читала журналы про нее в своей деревне, и она просто завидовала ей, короче, ужас какой-то, я говорю. Она такая милая девушка, и у нее такие злые намерения. Ну что, ребята, давайте мы как-то, я не знаю, планы мои осуществим. Во-первых, я хочу начать танцевать, ребята. И вот у нас тут картон лежит. Ну-ка, танцевать. А мы не можем это делать, потому что у нас нет этого проигрывателя. А ну-ка, покупаем сейчас быстренько проигрыватель. Кстати, мне надо выйти в управление городом. Это нужно мне обязательно сейчас сделать. Только сейчас я сначала куплю проигрыватель. Где его найти вообще, ребят? Скажите, вот он здесь. И давайте какой-нибудь дешевенький. Это что, новый проигрыватель? Вот этот стерео. Потом будем танцевать на улице, зарабатывать деньги. Мы ведь можем это делать? Так, включить музлон. Давайте включим какую-нибудь дачную музыку. Поп-музыку в самый раз. Так, второй уровень навык диджей. Отлично, мы уже можем вступать в клуб Вертокрутый. Но нам надо еще танец попонять. Играть музыку в новых жанрах и переключать. Ой, новые жанры, вау. Нам Ромео звонит. О, слушай, извини, но у нас сейчас времени на это нет. Давненько не собираюсь. В прошлой серии собирались. Вообще ночью. Всю ночь в бассейне провели. Мы, кстати, ребята, особо не посмотрели на ночной город. Он действительно красивый, на его набережную. Я просто в восторге от него. Я когда делала превьюшку для этой игры, я фоткала, и я просто, из-за слюнки у меня текли. Я мечтала в этом городе самой побывать. Ну что, ребят, мы начинаем танцевать, пока у нас движения обычные, нам всем знакомые, или нет? В общем, вот это движение было, по-моему, ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж, давай, детка! Музлон такой классненький, мне очень нравится, вообще музыка в Sims, давайте мы сделаем. Грёмкись, тебе больше. Вот она, потрясная девчушка, танцует у нас. На улице сейчас все на нее будут смотреть. Залипать на ее. Это сам. Получен навык, танцевальный навык. Моника показывает несколько танцевальных движений. Да, она мне уже показала, получает. Это нам под ручку. Что это такое под ручку? Опа! Опа, какая! Молодца! Вот так, Дилан прибежал смотреть на нее. Посмотрите, че ты? Ты чё, тебе не нравится Моника? Ты должен в восторге от ее вообще каких-то даже движений, типа цыпа-цыпа кукокря. Да. Блин, она просто шикарная, я не знаю. Надо ее нарядить в какую-нибудь такую одежду, чтобы она танцевать могла нормально. Итак, все, мы можем уже выйти в управление городами, мне нужно это сделать.
перейти к управлению. Две семьи. Мне нужно зайти в одну семью, которую я вам показывала в первой серии, и кое-что сделать, ребят. Это нужно обязательно. А, ну что ж так долго, Чак Юманс, что ты такой долгий? Мы, кстати, живем в таком классном районе. Мы сейчас его посмотрим, ребят. А, я сейчас вам его покажу. Вот он, смотрите. Просто невероятный район. Это уже центр города, как бы. Вы посмотрите, какие тут горки. Я не знаю, как гулять по этим местам. Я не знаю. Посмотрите на это, посмотрите. Да, блинский, ребят. Разработчики, посмотрите на эту площадь. Фонтаны. Ну-ка, иди сюда. А, это у нас... А что это такое? Библиотека. Ночной клуб. Интересно он выглядит. И это что? Кафе. Еще одно кафе? Еще одно кафе? Так, ладно. Ой, мы уже бежим, отличненько. А, и давайте мы сделаем. По его внешнему виду, я не знаю, может кто-то и догадается, а кто-то нет. Я хочу какой клуб вступить. Надеюсь, нам не нужно получать приглашение. Блинский, попросить пригласить. Нам нужно встречаться. Ну да ладно. Мне очень нравится, что главарь этого клуба мальчик, ребят. Я просто в восторге от этого. Здравствуйте, Чак. Говорят, вы хотите вступить в клуб Раскольники. Приходите к нам, если произведете хорошее впечатление. Так, мы сейчас это быстренько сделаем, ребят, и посмотрим, где клуб Раскольники встречается. Ребятушки, это мне нужно сделать по сюжету. Возможно, да, мы сегодня половину серии поиграем за Чака. Все то же самое, да? Итак, нам нужно пообщаться с этим парнишей. Давайте грубо. Я не знаю, как с раскольниками нужно общаться, грубо или не... Вы посмотрите на этого парнишу. И вот эта дама. Она тоже очень красивая. Почему ты состоишь в этом клубе, а? Мы тоже в бассейне встречаемся. Чё, а где разнообразие, ребят? Ругать, нелепый слух. Подать заявку. Давайте подадим. Или мы еще пока не можем это сделать. Отлично. Подождите, почему не подходим? Так, а, так, узнать как... Слушайте, а я что, действительно ему сделала какой-то не тот характер, или мы что-то не то делаем? Давайте изучим вообще информацию этого клуба. Да нет, мы вроде... Пакости запрещено делать, вы только посмотрите. Ломать предметы и делать пакости всем. Ну, пока мы, в принципе, подходим, у нас нету каких-то... ну, давайте пока обсудим интересы, и пускай поговорит он про клуб Раскольники, смеяться на одежде, подать клуб, так. Сказать твоей маме, подождите, я не хочу ничего плохого делать, нам же нельзя это делать. Хотя мы, в принципе, еще пока не состоим в этом клубе. Обсудим интересы. Парниша, ты такой наглый вообще, мелочь пузатая, а ведет себя как не знаю кто. Ты вообще как с дядей обращаешься? Он же может разозлиться очень сильно, и тебе будет... Ой, как плохо. Спросить про школу. Ну, тут спросим, ну, парниша. Ты вообще в школу ходишь? Нет, маловероятно, что он ходит в школу. Так, и давайте мы обсудим интерес... Так, историю про... Так, ну-ка. Что-то я много такую, ребят. Надо перестать такать, это плохо. Это что, детский клуб встречается тут? Потому что эта девчонка тоже Лига авантюристов, главачка. Помните, я говорила? С белокурой косой. Надо с ней тоже замутить. Что я говорю, боже мой. Вы посмотрите, кстати, мы не посмотрели, ребят, на ночной вид этого города. Боже мой, ребят. Вот это, посмотрите на этот памятник. Это же просто совершенство искусства. Я правильно сказала, не знаю. И водопады, которые с подсветкой. Это же красота невероятная. Сейчас мы попробуем сделать. Ночной город Винденбург. У меня слов нету. Красота какая вообще. Я просто вообще в восторге. Это ж какая-то, я не знаю. Так, ну-ка, ты не будешь сейчас купаться. Нам нужно общаться с этим мальчиком. А они, кстати, интересно, встречаются в том же месте? А где у них дверька такая? Где у них эта дверька? Пацан, выходи из бассейна. Что, детское время, что ли? Че так много детей? Одни дети тут. Может, они дружат с этим пацаном в тайне? Обучать плаванию, да, такая глумица. Интересное действие, я, по-моему, раньше не видела. Говорить про клуб. Ну-ка, давайте рассказывать будем про клуб. И я надеюсь, что он меня опустит. Может быть, уже можно?
приятный разговор. Давайте попробуем это сделать, потому что я не хочу много времени тратить на это. Девчонка какая-то к нам присоединилась. Вы посмотрите, это действительно какое-то детское время в 20 часов. Кстати, сейчас не так уж и поздно. Ладно, в общем, наверное, может быть, с первого раза у нас не получится сделать. Это отстойно. Делиться унылыми идеями. Доска переполнена. Я лидер клуба, он просто великолепен. Вот после этого заявления нам позволили нормально вступить в клуб. Давайте еще раз попробуем это сделать. Подадим заявку, может быть, у нас получится. И мы хотим писать. Ну ничего, подождешь. Так, пока нельзя, видимо, да? Ну ладно, ничего страшного. Нам надо с ним тогда общаться побольше. Ух ты, все. Вот после этого, этой фразы, типа, что ты лидер клуба, он великолепен, мы вступили нормально в клуб. Кстати, я не заметила мудлет. Может быть, у Моники он тоже был в прошлой серии. Собрание в клубе. Чак отлично справляется на собрании клуба. Ничего нет лучше общения с единомышленником. Давайте встречаться чаще. Этот настрой можно изменить, купив клубную атмосферу на панели преимуществ. Ух ты. Все, ребят, перематываем, отправляемся домой. Вообще, нам не обязательно отправляться домой. Мы можем сразу перейти в управление городами и вернуться к нашей семейке Эванс Фейн. Ну что, Чак Юманс у нас тут не главный герой. И я не должна ему посвящать много времени. Фигушки. Я надеюсь, вы там не совершили какой-нибудь, я не знаю, обряд над Наташкой. Отличненько, ребят. У нас, смотрите, с нуждами все чики-пуки, по крайней мере. Томми, продолжай играть на своей диджейской установке. Мы уже можем играть гуф, жанр... Гуф, господи, грув. Гуф. Вот. И посмотрите, какой красивый внешний вид у нашей Моники. Это, по-моему, официальный костюм, я не знаю точно. И что за бардак вы тут устроили, ребят? Что... Вообще, ребят, ну-ка, нам нужно, наверное, что-то приготовить, потому что нужно. Может, пиццу закажем? Давайте пиццу закажем. Я вообще когда-нибудь пиццу заказывала в Sims? По-моему, никогда. Услуги. У нас есть какие-нибудь интересные новые услуги? Нам вообще надо как-то замутить насчет работы что-то, потому что это не дело. Нам, не знаю, навык, что ли, рисовать. Вы сделаны вообще эти? Сделан в восторге, наверное. Слушайте, они что, на свидание ходили? Почему дело в таком официальном костюме? Где они были вообще? Массажист. Ну что, ребят, пицца с сыром, пепперони и бекон канадский. Ну-ка, давайте бекон. Мы больше наедимся беконом, чем сыром. Хотя я не люблю бекон вообще. Так, и давайте все это выбросим. Спасибо, скоро будет доставлено, мы сейчас ее поедим. Пообщайся с Диланом, Моника. Так, Дилан у нас просто в восторге будет. Ух ты, что ж я делаю, господи, скорбите, боже мой, чуть ли это не нажала, это же не надо, ты чё, это же друг Томми, он обидится. Ну вот, вы можете послушать, как Томми у нас играет музычку. Какая-то несуразица опять. В общем, короче, давай обучайся, пожалуйста, нам должны скоро принести пиццу, уж стоят тут в дверь и стукают, давайте встретим эту даму. И, Дилан, пока Моник встречает даму, молоко не надо никакое пить. И засели рыбку, пожалуйста, в аквариум. Что вы хотите? Золотую рыбку. Какая там в... Как звали золотую рыбку в студенческой жизни? Ой, я не помню. Черри, что ли? Ладно, назовем ее... Все. Золотая рыбка по имени Кукси. Не бери никакое молоко. У нас тут пицца, между прочим, стоит на комоде. Взять ломтик. Ты тоже бери ломтик и А, тебе же не надо есть. Не надо. Поставь, пожалуйста, ломтик назад. Ты у нас худеешь, дорогуша. Тебе не нужно это делать. Ну, она вообще не худеет. Ну, как бы ей желательно не толстеть. И давайте попробуем потанцевать. Мы хотим поднять навык этот. И, кстати, как я поняла, я вообще заметила в Швеции... Какой Швеции? Швеция, я перепутала. В Польше я заметила, что навык танцевальный, по-моему, максимально 5 уровень. То есть его можно быстро поднять до конца. Не 10 уровень, а 5. И можно, пожалуйста, как-то... Сейчас мы танцуем. Смотри, как дело к нам. Он смотрит на нас. Спит со своей. Хочет пообщаться с Моникой. Отлично. Ну, как я говорила, в этой серии мы, ребят, будем повышать навыки. Что-то там у нас летает, нет? Мы это собрать не можем. Вообще, мне очень нравится этот район, этот пригород вообще потрясающий. И район, где живет Чак, и это же просто невероятно. Ну что, ты у нас уже там это,
Умеешь? Вот сейчас чуть-чуть поднимет, и мы сходим в туалет. Отлично. Томми может играть музыку в новом жанре и менять доступные жанры во время работы диджеем. О, мы можем работать диджеем, это очень здорово. А нам нужно обязательно на это устроиться? Мне, кстати, посмотреть надо. Че я куксю? Куксю, блин, нажимаю на куксю. Надо сходить в туалет и поесть пиццу. У нас как раз тут лежит пицца. Есть кусочек. Надо посмотреть на работу. Дилан, ты можешь, ты пока кушаешь, ты можешь посмотреть, найти работу? Что у нас вообще там предлагается? Или ты все будешь смотреть на свою возлюбленную тайную? Так, ну что? Он пошел относить тарелку. Только, пожалуйста, ее не мой. Не надо ее мыть. Поставь ее, я ее выброшу, чтобы получить деньги. Хоть как-то мы получаем деньги. А то они ленивые, я не знаю, не учатся. 1400 у нас пока не особо прибавилось по первой серии. Давайте попробуем посмотреть, что у нас там за работа. Может, там диджей какой-то добавился. Или нам просто тупо надо играть, пойти в клуб, нажать работать диджеем, и нам будут за это деньги платить. Наверное, так и есть. Ничего особенного, все фигня какая-то. Узнай, как прошел день. Все. Томми, ты у нас когда покушаешь, тоже продолжишь играть. Я хочу, чтобы ты... О, ну уже новый жанр. Чип-тюн. Я хочу на него посмотреть и послушать его. Давайте посмотрим. Давай, дай свою пиццу, дорогуша мой. Дорогуша. Новый уровень навыка. И теперь мы можем поп-пляс. Вот я люблю это движение. Он просто... Я сейчас вам покажу его. Он просто невероятно красивый. Жопка-вертешка называется. Вы посмотрите. Как она смогла себе глаз задеть? Вот так и посмотрите, какая она красивая, я не знаю. Дилан, сфоткай ее на память. Я хочу еще раз посмотреть на поп-пляс. Ты ее как-то станцевала? Не очень хорошо. Я уж говорю, супер красиво, а ты себе в глаз дала. Как так можно? Вот, посмотрите. В общем, короче, очень здорово. Ну все, заканчиваем танцевать. У нас есть вообще хорошие мудлеты насчет физкультуры, нет? Давайте мы попробуем заняться йогой, чтобы немножко... Ну, вообще, мы можем поднимать физическую форму, улучшать с помощью йоги, я не знаю. Вот, но можем послушать, как играет Томми. Можно настроить громкость? А, громко играет. Ну хорошо, вот он вот так вот играет. Здоровый образ жизни мы получили, навык отличненько. Знаете что, у нас... А, уже 2 часа, я хотела просто... Давайте напишем смс-ку Шиван. Расскажем, что я тут танцую. Вообще просто невероятно классно. Приходи посмотреть. Обязательно взнос 1000 миллионов. Как нам можно заработать деньги, ребята? Пишите, пожалуйста, в комментариях. И причем, ну, я не хочу зарабатывать деньги самым лучшим способом, например, вот рисовать. Потому что, ну, это я не... Может быть, это не самый лучший способ. Просто я хочу взять работу такую, чтобы она подходила для симов, для наших. Там, для Моники, или для Дилана, или для Томми. Ну, вот Томми нам можно диджеем подрабатывать. Насчет танцев, я не знаю, мы можем на танцах зарабатывать? Взять вот это, допустим. У нас есть танцевальная битва. Мы можем потанцевать с Диланом, но я думаю, я сделаю это в следующей серии, когда уже посветлеет. Вот. И я бы хотела, кстати, написать смс-ку Улирик. Заканчивай заниматься йогой. И, пожалуйста, направляй смс-ки своим друзьям будущим. Вот. Мне нужно познакомиться с этой Урлик. Она состоит в клубе Раскольники. Там же состоит Чак. И мне нужно, как бы, познакомиться с этим Чаком. По сюжету, да. Молочко все норовит выпить, Дилан. Ну, молочко, давай пей молочко, ты мой ребенок маленький. Давай посмотри какую-нибудь спортивную передачу. Кстати, я бы хотела что-нибудь посетить ночью. Наверное, не очень классно смотреть на... Да, мы еще развалины не посетили. Посмотрите, тут так фонари горят. Окошки в зданиях горят. И там вот этот мост, по которому проезжает поезд. По-моему, типа Сапсала такой быстрый. Мы можем, кстати, его дождаться. Давайте посмотрим, что у нас из этого выйдет. Успеем мы его увидеть? Вот, видели? Проехал. Вот просто невероятно красиво. И, а что это у нас тут за место такое? Знаете что? Я сейчас отправлю Томми и Дилана.
тут какое-то интересное место, я бы хотела, чтобы они его посетили. Давайте мы сюда всей семьей сейчас отправимся, хотя мы уже сильно хотим спать, но ничего, давайте сюда отправимся вместе с Диланом. Я думаю, я Монику оставлю дома, а Том и Дилан у нас еще, ты знаете, такие дети, может быть, в душе, и они хотят немножко пошалить там. Не знаю, посмотреть, ну просто погулять по городу ночью, там костер сделать какой-нибудь. А Моника у нас пока, как раз таймер прозвенел, Моника у нас пока сейчас пишет смски, да, и пошла что-нибудь кушать. Правильно, возьми порцию салата, пицца не надо лучше, и салат будет полезнее. Я в прошлой серии вам говорила, что мне говорили поменяться местами, чтобы Дилан с Томми спали в одной комнате, а Моника как... взрослая девушка, ей нужно свое пространство, это да, я считаю это правильным, а то уже братик и сестренка вместе, это странно, но я вообще, в принципе, не думаю, что в это сильно стоит вдаваться, я вообще хочу дойти до того, чтобы сделать две разные комнаты, кстати, мы могли бы здесь сделать какую-то стенку, чтобы сделать две разные комнаты. Ну, в общем, короче, накопить деньги и сделать две разные комнаты в будущем. А пока сейчас просто не будем на это внимание обращать. И давайте дождемся того момента, когда они прибегут в это место. И посмотрим на него уже там, когда они уже будут там находиться. И надеюсь, тут есть что-нибудь интересное, чтобы собрать. Что-то как-то тут мало всяких камешков, которые мы можем... Ух ты ж. А что это значит? Он что-то туда вообще попитюнит? Господи. А у нас, естественно, нужно... Это точно... Это... Господи, он еще звонял! Дилан, ты тоже у нас... Попробуй это сделать. Вот они и пошалили, называется. Мы костер не зажгли. Давайте попробуем зажечь костер, хотя уже светлеет, светает. И, блин, наши Симы не спят. Ну, молодые, конечно, чем им ночью спать? Я вообще тоже ночью не сплю. Ложусь в 5 утра. Это нормально вообще? Ты, Дилан, ты где? Дилан, ты куда? Фу, как ты туда вообще залез, а? Он же воняет. И мухи тебя сейчас за жопу укусят. Тут еще можно в уху делать. А, да, по трейлеру судим. Но у нас пока нету претендентов на это. Так что давайте это самое, закончим серию. Нам уже надо заводить каких-нибудь друзей лучших. Ну, с Шивон общаться. И вообще мы уже, в принципе, неплохо так продвинулись в общении. И я хочу познакомиться с Чаком. Это нужно сделать. Томми, как у тебя вообще общение с Диланом? Вот мы уже не хороший друг, а отличненько. Это уже лучше. И отправляйтесь все домой. Действительно, пора. Пописали в кусты, пошалили немножко. И домой возвращаемся. Надеюсь, пожара не будет за то, что мы не потушим костер. Ты что, танцуешь около костра? Один-одинешенек такой, вообще молодца. Да, здесь можно танцевать около костра. Я хочу, кстати, посетить этот пруд, наконец-то. Я думаю, мы можем это сделать. Пригласить Шивон, пригласить... вообще, я хотела бы встретить Чака, как это сделать. Может быть, я не знаю, поговорить с Урлик. Имя такое интересное, я всегда не могу. И я хочу, чтобы Шивон пригласила Луну. И пускай Луна познакомится с Томми. Он прекрасный малый, мне кажется. Я думаю, Луне он понравится. Вот, Клара, это что, важные сухари заводила? Кстати, с этой Кларой мы, думаю, тоже познакомимся, когда вступим в клуб заводила. Дело. Но, ребята, мы это сделаем в следующей серии. Что такое? Отвратный куст. Кто-то уже воспользовался этим кустом, но забыл за собой убрать. Что, можно за собой убрать? А зачем вообще пользоваться кустом, чтобы потом за собой убирать? Это что? Это нормально вообще? Тогда уж до дома дойти, что ли, проще. Ну, ребят, всем пока, целую, ставьте лайки за куст, за наших шалунишек парней, за красивую Монику, которая делает невероятно красивые движения в танце, и за Чака, которого мы сегодня увидели, и да, добро пожаловать в клуб образцы совершенства. А что это, нам напомнили просто, я это знаю, ребят, мы потом соберемся. Пока, ребята, целую, пупсы, пока. Так, господи, что с моей мышкой?